Здравствуйте! Сегодня о технике работы кисти. Эта тема, конечно, очень обширная, но я постараюсь кратенько и самое такое основное. Вот это вот натуральная кисть, круглая кисть, и мы, допустим, рисуем горы. Очень важно, что вы повторяете структуру гор, то есть, значит, мазки по диагонали. Вот это вот вторая, значит, у нас будет синтетика. Вот, и она не держит так много влаги, то есть жидкости. Вот пришлось опять набрать. И вот смотрите, что получается. Получаются вот такие вот мазки. Поэтому очень важно, что мы делаем именно вот мазки у нас по диагонали. Тогда, может быть, даже интересный эффект там получится. Вот, видите? Ну, а это плоская кисть, натуральная. Ну и смотрите, что получится, если мы не набираем достаточно краски. Вот, намешали недостаточно. Набираем опять краску. И вот смотрите, что у нас получается. Ну, опять-таки, значит, повторюсь, по диагонали. Вот, мазки. Возможно, что и получится интересный эффект. А вот это, когда вот мы набираем очень много краски, вот так вот, вот у нас свободно, и смотрите, как вот все симпатично получается. Так, это детальные кисти. И вот смотрите, что получается, если мы кисть неправильно храним. Ни в коем случае нельзя держать кисть вот так вот в контейнере с водой. Нарисовали и сполоснули, и положили рядышком. Вот, допустим, дерево рисуем. Это детальная кисть, полусинтетика. И вот смотрите, набрали кисть и набираем полностью, вот на все волоски. Вот так прокручивая, набираем просто вот полностью. Вот, не на кончик. И вот, вот можно рисовать и рисовать и рисовать. Вот это уже Рига. Вот, она не намного тоньше, вот, но очень много держит краски. Вот это очень важно, когда мы рисуем вот такие вот вещи. И Рига, конечно, вот видите, еще хорошо. Вот такая вот техника, это как бы техника сухой кисти. И вот такие вот штрихи тоже очень-очень удобно и много мы используем. Травка, конечно, вот такие вот совсем тоненькие получаются. Ну и вот это плоская, вот видите, вертикально хорошо держать, тогда можно ее и контролировать, и очень ровные такие штрихи получаются. Вот, допустим, какое-то ограждение мы нарисовали, смотрите, как быстренько. Ну а здесь, допустим, яхту я рисую. Вот обратите внимание, пальчик на бумаге. Тогда можно хорошо контролировать. Вот, и очень удобно рисовать. Вот видите, парусник. Вот, и вот так вот быстренько. Никаких проблем. Ну, также какой-то коттедж, тоже вот крыша. Обратите внимание, вот палец вот на бумаге. Будьте уверены, что ваш пальчик чистый. Вот, ну и это полусинтетика. И хорошо, когда несколько разных размеров вот эта вот плоская кисть, так как я ее очень много использую, и у меня где-то от двоечки и до, ну вот это вот у меня, ну другая была где-то 2 сантиметра, где-то от 2 миллиметров и до 2 сантиметров, в принципе, все можно рисовать, вот там какая-то кладка, допустим, кирпичная. Тень под крышей. Вот, ну и опять-таки вот эта сухая кисть. То есть вот и это очень-очень удобно. Вот это именно вот эта Рига. Ну и значит мы сейчас рисуем дерево, допустим, ствол. И уже получается какая-то интересная такая конструкция.
И, естественно, веточки вот они вот такие вот корявенькие получаются, тоже интересно, конечно. Не просто, если у вас не получается, допустим, обычной кистью, вот они такие какие-то прямые, такие совсем неинтересные, то вот такой вот кисти вот можно нарисовать. Но самые основные. Потом мы переходим уже, допустим, на более тонкую и продолжаем. Вот. И чтобы получить более такой как бы приглушенный тон или потоньше линии, то берите излишки краски с вашей кисти просто на салфеточку, и тогда уже линия будет намного тоньше. Ну вот опять, значит, сухая кисть. Вот эта техника очень тоже много используется, как, допустим, техника фейдин, да, очень много. И вот сухая кисть тоже и на воде, и, допустим, на стенах эти дома и деревья, естественно, тоже, особенно зимние, осенние, когда уже листвы мало. Вот. Ну вот смотрите, вот что мы делаем, если это у нас хорошая кисть, мы не хотим даб-даб-даб делать, чтобы волоски портить. Вот сами так распределяем волоски и вот рисуем травку. Если вот у нас нет специальной, допустим, кисти, как я вот показывала тоже. Ну и, естественно, зыбь на воде тоже очень удобно. Вот это вот такие вот, ну, можно сказать, самые основные. Если у вас какие-то возникнут вопросы, пожалуйста, задавайте. Не стесняйтесь. Спасибо, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось. И до скорого. Пока-пока.